победа! Президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года и на пост председателя правительства и партии Единой России Медведева Дмитрия победа, великая победа, мировой успех на века. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы Великой Отечественной войне! Алло, парад на Красной площади смотрели Людмила Игоревна, Петр Николаевич, Дмитрий Петрович, Елена Петровна. Алло, Людочка, любовь ненаглядная. Я тебя еще раз поздравляю, 9 мая. Победу, спасибо тебе. Людочка, сейчас это вот смотрели военный парад. Ну, вот, вообще просто необыкновенно красиво. Здорово просто. Вот. Ты тоже смотрел, да? Алло. Лен, это Люд, Олег, подари что тут. Алло, Лена, поздравляю тебя с Днем Победы, 9 мая. Спасибо, дочка. Тоже там Ванечку, Ульяна, Максима всех поздравляю. Ну ладно, доченька, так что сейчас идем на бессмертный полк, присоединяйтесь, все вместе пойдем. Ну давай, целую вас, да? Мамочку позовите. Яночка. Алло. Алло, Людушка, ну, в общем, это самое, так что я тебя целую и обнимаю. Алло. Вот, сейчас идем на бессмертный полк. Алло. Ну все, давай все вместе идем, целую тебя. Ну давай, все. Пожелайте здоровья всем, пойдем на бессмертный полк. Днем победы, Днем победы, поздравляем. Сейчас народом. Ура! Владимира, пойдем на бессмертный полк. Людмила Игоревна. Лена Петровна, Дмитрий Петрович, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Серафим Дмитриевич, мы идем на бессмертный полк. Ура! Победа! Поздравляем! Поздравляем! Наша Россия! Наша Россия! Наша идея! Ваша сила! Браво! Прекрасно владеет Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, отглавили военный парад на Красной площади. Поздравляем с исторической выдающейся речью выступлением Владимира Путина на военном параде на Красной площади. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, прекрасно, праздником, прекрасно, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма. Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов,
развязать самую жестокую кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял наскоро, правильно, защищая родную землю. И совершил, казалось бы, невозможное. Развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны. Погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю. Сокрушил нацизм, положил конец его зверству. И мы никогда не забудем, что свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды. Творцами этой великой победы были маршалы и рядовые, ополченцы и дружинники тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети, люди разных национальностей, профессий. Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны. Без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях. Горели в танках, мерзли в окопах, тонули на переправах. Прикрывали собой фронтовых друзей. Бросались в атаку и понимали, что этот бой может быть для них последним. Погибали, так и не узнав о победе, но сделали для нее все, что могли. Прекрасно. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов и прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране, в каждой семье. Ни одну из них не обошла война. И прежде всего мы отмечаем, чествуя ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью. Мы чувствуем кровное, пронзительное родство с поколением героев и победителей. И обращаясь к ним, скажу, вам никогда не будет стыдно за нас. Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, но любую жертву ради своей Родины, ради своего народа. Прекрасно. Поддерживаем. Такие войны, солдаты и офицеры, есть сегодня и здесь, в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма
преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными, и вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию. Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал. Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества. Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека. Дорогие друзья, чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете. Передать суровую, героическую правду о памяти об Отечественной войне. Дух и смысл Великой Победы. Чтобы наши потомки также сильно любили Россию, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло ее свободу и независимость. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Уважаемый Владимир Путин, мы вас очень просим избираться на два президентские срока 2012-2024 года. И на пост председателя правительства «Единой России» Медведь Анатольевич. Ура! 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 Победа! Ура! Российская армия! Российская армия! Победа на века! Парад на Красной площади, божественный восвет, два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года объединили всех. Путин Медведев объединили всех. Единую Россию, священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Герои славной армии, президентским сроком всем говорим «да». Успех, триумф, победа. Успех, триумф, победа. России на века. Путина, Медведева на века.